Всем привет, друзья, вы на канале GameKate, и сегодня мы продолжаем играть в Россию против зомби-герои. Квестики вылазят какие-то. Но мы на этом самом. Блин, забыл, как его, на супер-мозге. Ай, блин, случайно нажалось. Зачем? Это и великий пещерный рейд. Миссия. Хроники зомби. Слушайте сюда, мои прихвости зомби. Я в магазине для нового подземного убежища. И эта пещера выглядит идеально для моих специальных нужд. Но, во-первых, убедитесь, что здесь не присмыкается никаких грязных растений. А вот это присмыкается вот тут спаду. Я не знаю, как это переводится. Вроде тыдыщ, бдыщ. Короче, взрыв. Это мина картофельная. Что с ним делать? Так, ну давайте я этого сначала, чертенка. Это же все-таки чертенок. Против бобика какой-то. Фасолин. На. Ай. Оба развалились. Так, теперь у меня есть фасолка. Давайте на воду. А, блин, у него фисташка. На, зато моя рыба больше урона наносит. Смотрите, как могу сделать вот так вот. А потом вот... Сейчас. Блин. Кактус. Все растения получают плюс один урон, плюс одно здоровье. Давайте, ладно, вот этот вот. На. Этого усилили. Сфотографировал фисташку, получил по морде. Этот выстрел, этот еще раз. Чертил. Чертенок. Так, идея у меня есть одна. Россия получает плюс 2 урона, блин. Сюда телепортируйся. Вот этого мы просто уберем. Блин. Хотя ладно, давайте, знаете, что я сделаю? Вот так, просто уберу эту фисташку чёрную. Он заблокировался. Ай-яй-яй, как нехорошо. Ладно, прикроемся. С интересением получит плюс 4 здоровья. Вот черт. Ну ладно. Кактус уберу. Мне еще чертенок бафнется. На, на. Все, у тебя снова меньше хп, чем у меня. Так. Снова кактус, ну ладно, его не так сильно стоит бояться. На. На. Битва. Все растения развалились почти. Только кактус этот остался поганый. И что же мне делать? Вытащите две карты. О, еще две карты. Вытащите. Давайте вот так перемещу. Зомбачка. Разменялись, что? Наноси бонус на атаку. Все. Получи. Фисташка снова что-то творит. Ну все, уже вот этот спаду.
Его можно мочить. Снова у меня вот этот вот дебил. Так, битва все пошла. В разгаре. Ну все, я думаю, ему нечего делать теперь. Короче, кактус. Какой-то. Видите, все равно победа. На! Не дал ему развиться, я быстро. Диск билетов. Так, давайте еще. Ну, в принципе, не на ком играть, кроме супермозга. Так, цитрон. Так, ну мне все карты устраивают начальные. Предупреждение. Этот охотящийся за головами апельсин из будущего обожает в битвах и защищаться, и быть агрессивным. Цитрон известен за то, что ставит, расставляет стены из стенорехов, а затем выпускает тяжелую артиллерию за ними. Приближается. Короче, что-то приближается, видимо, артиллерийский огонь. Сейчас он с стенорехами, да? А, нет, это какая-то фигня. Подойдите посмотреть, что он делает. Так, нет, это просто сельдерей. Он что не делает, кроме того, что он наносит два урона? Придется его уничтожить. Ну ладно. Грибочек. Море гриб. На. Это перестрелочка. Короче, мне надо от этого моря гриба защититься. Уничтожает надгробие. Блин. Растения не могут быть. Растения не может быть наносит вред. Вот и все. Возьмите карту. Да, я в принципе не собирался. Но зря только свой ход потратил. Не свой ход, а свою способность. Вот. Хотя знаете что? Блин. Пусть усиляется. Заблокировался я. На! Учиться трон. Так. Наносит два урона зомби, когда убивается. Это мина. Ладно, пожертвуем вот этим дружком. Пирожком. На. Все, смерть. Плюнет какой-то фигней. Все, моментальная смерть орешку. Тебя вот так и вот так. Все, непробиваемая защита. Ну, усилил ты. И что? Вот что. Усилил ты свою вот эту орешку. Ай-яй-яй. Так, но мне только приемы остались. Еще такой прием у меня есть. Вот такой отличный прием. На! Заблокировался. Нет! Нет, не смей! Блин! Рандомно зомби.
Ай, блин. Что он делает? А, когда сыгран профессионала вызывает. Ого, нормально. Вот это мне нравится. Он одно солнце потеряет в начале хода. А вот этот вот старикан еще и прибавку к урону получит. На. А че он одно солнце не потерял? А он будет каждый раз одно солнце терять, да? О, вот это прям хороший зомби, он мне нравится. Все, капец. Трону это. А че, у него вроде много карт в колоде было. Че он их не использовал? Странный какой-то. Ладно. А, это спадал. Избавьтесь от этого, без понятия, как переводится спад стат, так что просто проигнорирую. Но остерегайтесь его взрывающейся головы. А, поздно уже говорить. Давай, супермозг, думай. Ты же супермозг. И супердаун. Давай. Ого, это отлично. Все, две карты вытащил. Все, ничего не происходит. Давайте амфибию. Носите 3 урона зомби, блин. Больно. Ну ты уродец, что творит? Да пока подумаю, не буду никого ставить. Просто еще 2 карты вытащу. А из них еще 2 карты. У меня я теперь 6 карт могу вытащить. Ну ладно. Блин. Ладно, не буду ничего делать. Бам, подорвался мой зомбак. Нехорошо, это нехорошо. Знаете, мне вообще не нравится. Могу от этой фисташки проклятой избавиться, зато. Запросто. Сервис 7 получает плюс 2 урона. Да мне как-то пофиг. Хотя, блин, сейчас этот кактус. Сейчас, знаете, отброшу вот эту вот штуку. И вот сюда вот передвину этого зомби. Чтобы урона лишний раз не получать. Все, поехали. На. Все, смерть, зато я живой. Ну, хотя бы не живой, но не тронутый. Ладно, не тронутый, но хотя бы меня на этом ходу не трогали. Чё ты? Ай, блин. Тимап еще. Орех чертов. Опять это... Чё не сказал, апельсин это... Опять этот цитрус. Не цитрус, что это, блин? Чё я вообще тут куплю? Какой это цитрус? Это же этот. Ягода какая-то, вот. Так, ну тут побольше урона будет. Лучше заблокировать. И шампиньон проклятый. Ой, как хорошо, как... что подвернулось это. Получай, стенорежек. На. Ну ничего, от шампиньончика получим, зато это
такое вложение удачное. Несите 3 урона. Ай, обидно. Очень обидно. Так, вытащим 2 карты. Какой-то ученый безумный. Еще одну 4 карты вытащим. Не, не свезло. Сейчас столько урона получаю. Ай-яй-яй. Зато, видимо, от следующей атаки я хорошо застрахован. Так, давайте, знаете как? Вот сюда, вот сюда. И вот так вот. Взрывается мина. Теперь бах. Так. Блин, все равно я в убыток себе иду, зато. Сейчас я постепенно разгоняюсь. Вот так. Вот так. Все. Я разгоняюсь, говорю же. Он мина свои спавнит, а мне уже пофиг. На, из бласта. На, вот так вот тебе. На. Мина даже твоя не убьет. Теперь чертенок летит. Вот. Все у меня отлично. Пусть там что-то делает свое. Так, стойте, давайте сначала 2 карты вытащу, может там что-то полезное будет. Нет, ничего полезного. Так, давайте я вот этого снесу, что ли. На, заблокировался, да мне пофиг. У меня уже теперь больше хп, чем у тебя. Так что... Остерегайся, дружок. Кактус. Сдвинуть растение, оно получит плюс 4 здоровья. О, выгодно сдвигать так растение. Но тебе это все равно не поможет. На... На, ха-ха, получи. Эх ты, БДыщ, или как там тебя там? Вообще не повезло тебе. О, теперь я против солнечной вспышки. Фух, но все равно она опасненькая такая противница. Да вы что, серьезно, что ли? Ну хотя бы, ладно, фотограф есть. Ой, блин, я не прослушал. Но не обожгись. Со всей этой солнечной силой она приносит и цветение, и взрывы. Ладно. Блин, я ход случайно пропустил. Вот я дебил просто. Чертов зомбос. Нафиг я вообще на это нажал? Сейчас не шампиньоны бесплатный урон нанесут. Вот что за дела, блин. Потянул мне на эту кнопочку нажать. Ладно. Фиг с вами. Давай, фотограф. Получай и умирай. Ухо-хо. Вот так вот сражаемся. Блин. Тут. О-хо-хо, отлично. Так, нет, мне это не надо. У меня и так вот один только зомби, и то у него и так смертельный урон. Шампиньончик умер. Зато я вот так могу сделать. Ай, блин. Двойной подсолнух. Еще подсолнух. Капец. Стойте, подсолнухи эти. На. Сейчас ей 3 солнца добавят. Все растения получают плюс 2 урона.
Кстати, подсолнухом это все равно не поможет. Нанести 3 урона. Ах ты. Ладно, фиг с тобой. Солнечная мощь плюется какими-то солнечными вспышками. Ты достала просто использовать этот свой прием взрывной. Нет, все-таки так и сделаю. Во-первых, на. Во-вторых, на. Все, ничего не поможет. Ай, блин, она сейчас заблокируется. Зомби получает минус 2 урона, минус 2. Здоровье. Все, умираем. Ясно. Так, ну мне нечем играть. Ах, блин. Так, беру 2 карты. Ладно, носи. Дополнительную атаку. Ай. Так, все равно я в плюсе. Хо-хо! Капец! Какой-то супер подсолнух. Возьмите 2 карты. Ладно. Я просто хочу, чтобы он этот подсолнух уничтожил, и все. На. Смерть тебе. Не выжил подсолнушек. А жаль, хороший был. Вот так вот. Все, непробиваемая защита. Ой. Ну хотя да. И защита непробиваемая, и атака. Просто не защитится тебя от этой атаки. Чё я несу, короче? Ладно, на одной хпшечке тебя оставили. Бедная вспышка. Что же ей делать? Надо было раньше думать. На. Всё, щит сломался. Зачем сюда 2 урона наносить? Трочила бы гибель, нет, какого-то рандомного зомбака бьет. Всё, её рыгом убили. Не помогли и всякие там прикольчики разные. Но жаль. Опа. Я могу нового зомби-героя открыть. Вот это вот здорово. Давайте посмотрим. Зовем всех героев. Вы получили нового героя. Выберите одного. Так. Смэш. Либо электрический бугалу. Мне смэш больше нравится, потому что это гаргантюа. У него еще чертенок смешно на спине. Я открыл 20 новых сердечных зомби и 20 новых звериных зомби. Представляем Смэша. Он ни перед чем не остановится. Чтобы получить то, чего хочешь. Хочет. Мозги. Ну, Смэш, да, молодец. Ну что, давайте за Смэша поиграю тогда я. Интересно. Идти. У него называется пушистые эти финца-то твари какие-то. Ну, короче, маленькие такие штучки. Ну, ладно, у меня тут все в пределах нормы. Так, начинаем босс-баттл. Слышишь этот тикающий звук? Похоже на то, что спадл начинает с картофельной мины. И все равно победа будет моей. Просто зомби. Ладно, мину не будем трогать. Фиг с ним. Ладно, получи мечом в лицо. Все, мина пока безвредная. Если ее не трогать, она безвредна. Так. Да что ты заладил? Ладно.
Защищается хорошо. Говнюк. Что он делает? Начало хода все спортивные зомби. Так. Просто амфибия. Защищен на один. Ай, блин. Прям идеально убивает. Ваншот. Еще и как-то ставит. Что ж тебе растение с двумя уронами или... или меньше. На. Я раздавил этого. Твою фисташку. Вот. Что это делает? Зомби получает плюс 2 урона, плюс... Давай этих. Все, мне пофиг. Чтобы он не поставил. Ха, все растения получают плюс 2 урона. Блин, я кактус не смогу уничтожить. Зато я смогу уничтожить мину. Фиг с ней, с этой миной. Ладно. Она просто зато в никуда взорвалась. Но я тоже на месте не стою, что тоже 3 урона нанес. О, хиль 3. И ты думаю, более выгодным будет этот. Ай, блин, это не спортивный зомби. Ё-моё, я что-то протупил. Совсем получает плюс 2 урона. Да ты достал. С этими 2 уронами. Вон, у меня зомби тоже урон получает. Ай. А. Лечи давай, героя моего. Ой, молодец. Ай, арахис еще. Нанеси 3 урона. Да ты достал. Что за приемы у тебя? Дуди давай. Мышь погрызу чуть-чуть. Так. Ай, как больно. Ха-ха, тебе тоже больно. Че ты ржешь? Угорает он. Защищаемся как можем. Амфибия. Мне ничего делать. Ай. Я реально не знаю, что мне делать теперь. Он потихоньку будет меня колупать. Он еще и щит не даст активировать, гадюка. А сам себя активирует. Мира 7 получит плюс 4 здоровья. Ай, блин. Что делать? Я сильно накосячу. Когда вот эту тварь, мразь поставил, тупую. Зря я не повременил. Что ж, растение с 4... с уроном 4 или меньше. Получи. Мне надо как-то ему 2 урона нанести, и все. Пожалуйста. Да, да! Это победа! Это победа! Это гениальнейшая победа! Это победа! Просто эпичнейшая победа! Он меня на волоске держит! Одно хп! Я его победил! Ха-ха-ха! Капец! Меня просто вот этот дельфиний придурок, он меня спас! Взрывное! Остановить этот горячий картофель! Гениально! Просто как-то спац обдют. Время переезжать в логово, милое логово.
Короче, все-таки супермозг, реально супермозг там что-то сделал. Фу, ну это, короче, капец. Был. Это прям меня вот этот крысолов спас. Мышелов. То, что если бы он туда не фисташку поставил, а что-нибудь потяжелее, то я бы не выжил. Но я выжил. А знаете, что это значит? Это значит, что я просто крутой игрок. И вообще, угадайте, на каком канале вы были? Правильно, на канале Геймки. Это что это значит? Это значит, что всем спасибо за просмотр. Вы были на канале GameKate. Надеюсь, увижу вас в этот понедельник. Потому что, ну и во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу. Каждый будний день недели. Потому что каждый будний день недели у меня выходит видео. В общем, надеюсь, вас еще увижу. Пишите комментарии, ставьте лайки, там подписывайтесь. Ну, это, конечно, опционально. Лучше это сделать. Удачи там. Короче, вы поняли. Всем спасибо за просмотр и всем пока.